на арене спортивно-концертного комплекса имени Ленина «Авторадео ВАЗ». «Авторадео» создано для того, чтобы показать сегодня всем людям, что этот автомобиль имеет неисчерпаемые возможности. И наши спортсмены могут любой автомобиль, любой, выпущенный или с завода, или остановленный на улице, поставить на два колеса и могут на нем прокатиться так, как они катаются на выступлениях. Говорит заместитель генерального директора Волжского автозавода Владимир Иванович Беляков. Не только движение на двух колесах, но и скоростные гонки с разворотом на 180 и 360 градусов, воздушные прыжки, замена колес на ходу. «Авторадео» в закрытом помещении проводится впервые в Европе. В 1978 году при Волжском автомобильном заводе решили создать группу «Авторадео». В нее вошли люди самых различных профессий – водители, испытатели, мотористы, электрики, жестянщики, маляры. Группа уже успела показать свое мастерство жителям Москвы и Сахалина, Свердловская и Закавказья, Куйбышева и Улан-Удэ. И везде заслуженный успех. Прыжок через 5 машин. Через 7. Прыжок на мотоцикле. «Авторадео» — это показ безграничных возможностей человека, овладевшего машиной.